Сотрудники сектора по делам несовершеннолетних Донецкого городского управления полиции организовали для школьников и воспитанников детского социального центра администрации Донецка экскурсию в полк патрульно-постовой службы и кинологический центр МВД Донецкой Народной Республики. Правоохранители продемонстрировали детям оружие и спецсредства, с которыми несут службу по защите покоя и безопасности жителей республики. Особый восторг у юных гостей вызвали патрульные автомобили полка ППС. Сотрудники кавалерийского взвода полиции несут службу в парковых зонах Донецка. Правоохранители рассказали школьникам об особенностях обращения и ухода за животными. Также детям выпала возможность покормить и погладить лошадей. Юные гости эмоции не сдерживали и поделились впечатлениями от экскурсии. Мне понравились большие машины, потому что они красиво выглядят. И ваше снаряжение. Самое хорошее, конечно, тут еще лошадки красивые. Тут даже есть, которым по 20 лет и больше. Мне понравилось. Мне понравилось оружие, потому что оно помогает защищать людей и детей, чтобы был мир на всей земле. Полиции большое спасибо за то, что они провели такую интересную экскурсию, и мы весело провели свое время. После визита в полк патрульно-постовой службы юных гостей пригласили в кинологический центр МВД. Правоохранители рассказали экскурсантам о роли животных в работе стражей порядка и продемонстрировали навыки служебных собак в задержании преступников и поиске потенциально опасных предметов. Мне в этой экскурсии больше всего понравились собаки, потому что у меня есть дома тоже собака. И для меня это было очень познавательно и интересно, как дрессировать собаку. Мне очень интересно было смотреть, как работают собаки и проявляют себя на службе в полиции. Больше всего мне понравились собаки, потому что я когда-то в детстве нашел маленькую бездомную собачку и забрал ее домой и вырастил до большой собаки. И она до сих пор живет у бабушки. Спасибо большое за такую экскурсию. Я очень хочу еще раз сюда приехать. Педагоги убеждены, что такие экскурсии не только интересны для детей, но и формируют у подрастающего поколения уважение к закону и людям, его охраняющим. А также помогают подросткам понять, что полицейские их друзья и всегда готовы прийти им на помощь. Огромное спасибо от сотрудников центра за то, что дали такую возможность детям побывать на экскурсии в кинологическом центре и на экскурсии патрульно-постовой службе. Это очень полезно. Мы надеемся на дальнейшее продолжение таких экскурсий, потому что это очень большое значение в воспитании, правовом воспитании наших детей. Учащимся очень понравилось. Мы получили массу прекрасных впечатлений. Узнали очень много нового, посмотрели на животных, изучили разные виды оружия. И, в принципе, я думаю, что некоторые ребята из моего класса уже определились с профессией. Большое спасибо сотрудникам полиции нашей республики за организацию и проведение такой прекрасной экскурсии для подрастающего поколения. Полиция Донецкой Народной Республики уделяет особое внимание воспитанию подрастающего поколения. Данные мероприятия проводятся с целью патриотического и правового воспитания несовершеннолетних. Сегодня дети увидели спецсредства, оружие, транспорт, а также животных, с которыми сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка на улицах города. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних в рамках работы по правовому воспитанию молодежи регулярно проводят экскурсии для подростков в различные подразделения МВД.